Всем привет, вы на канале Twinkie Time. Мы продолжаем проходить Hi-Fi Rush. Вчера, к сожалению. Алло, давай, делай. Вчера, к сожалению, не было видео, потому что мне снова стало плохо по непонятным совершенно причинам. Почему ты не делаешь? Я, может, чего-то не понимаю, может, я не знаю. Но сейчас все нормально, и поэтому вот... Так, что здесь? Поэтому мы проходим дальше. Опа. Мы разбиваем. Ой, у меня для вас есть новость, которую я хочу поделиться. На самом деле, я даже не знаю зачем, но просто как факт. Я начала слушать кей-поп. Я не знаю, зачем вам эта инфа. Но, может быть, кто-то тоже слушает, я хз, может. А может, и не слушает. Мне нравится Stray Kids. А как туда попасть? А, вот. Вот так. Ой, секреточки, капец, классно. Секреточки, это круто. Что это такое? Ты кто? Икс. Чудесно. Круто. Вообще случайно увидела. На самом деле. Да, я поняла. Так. Что происходит? Запись идет, все нормально. Короче. Я даже, честно говоря, не помню, что тут было, потому что, ой, как мне надоело, что я так в разброс прохожу. Все, короче, все, да. Со следующих игр проходим все идеально, точно по плану. Ну, конечно, у меня это не получится, но неважно. Неважно. Так, джамп. Давай. Давай, джамп. Рыбать, быстро. Ну, джамп. Нормально. О, наверху что-то вижу опять. Ой, блин, у меня, кстати, все-таки еще немножко кружится голова. Ну, со вчера. Да, вчера она очень сильно кружилась, и мне было... Мутило меня, короче, жестко. Возможно, это из-за анемии, хз. Возможно, и нет. Как туда попасть? Так. Мне же не сюда пойти. Да, мне не сюда, но... Смотрите, как круто, столько секреток. Ты гляди, Занзе весь кончился, а Рокфора полно. Говорю же, равенство начинается с напитков. Все мы знаем, что мир жесток, но порой так хочется забыть об этом. Себа! И тогда ты берешь напиток. По ним сразу видно, кто здесь главный. Каждый из нас хочет верить, что живет не зря. И мы притворяемся, что верим. А я притворяюсь, что мне не все равно, что меня заботит судьба сотрудников. Но на деле я просто выполняю свою работу, чтобы зарабатывать на жизнь и спать спокойно. Ты там хоть записываешь? Я свяжусь с поставщиком напитков. Молодец, впрочем, это ведь твоя работа. Этот мир холоден, как лед. Выпей горяченького. Извини, чел, ты в порядке? Я не знаю, я ржу. Дайте мне напиток, короче. Я беру. Колу мне можно, пожалуйста? Я просто другие напитки не особо пью. Да я и колу не особо пью, если честно. Я, в принципе, напитки как-то не особо люблю. Раньше, не знаю, года 2-3 назад, я очень сильно не мешалила. В том плане, что их очень-очень-очень много пила прям. Прям чуть ли не каждый день я покупала себе по какому-нибудь напитку, чаще всего колу снова же, или фанту. Потом перешла на спрайт, потом... Здесь тоже все в разнобой. Это по вашей части, мисс Мята, вы, наверное, счастливы. А то... Это. И потом я перешла на энергетики, короче, это было жесткое время, когда я жестко делала ненужную фигню. Но сейчас я уже такое не пью. Ну, изредка, разве что энергетики. И вам не советую, кстати. Зачем ты это сделала сейчас? Агась. Ой. Дайте. Да ёп. Бежим. А, вот эти вот синие, они типа не задвигаются. Это зеленые только. Дайте.
Верни лифт. Вверх, пожалуйста. Вверх, пожалуйста. Спасибочки. Нет! О, фух. Круто собрали схему. Ой, больно. Ай, да я же... Блин, ой, ну ладно. Ой, все. Ой, все. Тупанула, да. Тупанула. Тупанула! Ну вот так. Так неплохо. Было ли у вас время, когда вы пили жестко, господи, почему не могу слово нормально произнести? Жестко шалили энергосами или чем-то типа там фанты, спрайта, кола и прочего, прочего, прочего. Всякого. Куда идти, говоришь? Ась. Сюда. Ой, не то. Что такое? Ага, Ась, давай. Да, я же... ладно, надо идти дальше. Да ёп, да не то. Это ж кто додумался построить для охраны такое высокое здание? Что-то мне неохота сейчас возвращаться к работе. Энн, ты чего? Я ж сплю. Извини, я вообще-то случайно это нажала, если честно. Мне нужен перерыв, но я все успею. Корсик, не говори. Ладно, без проблем. Как знаешь. Удачи. Сколько у нас осталось боссов? О, нет. Ладно. Я сейчас должна просто уклоняться и подбивать их понемножку. Вот так вот. А? Тихонечко. А вот этого я не могу пока бить. Вот того могу. Вот этого. А, особо... Не того, не того! А, нет, того. Вот этого надо еще добить. Не так. На самом деле. Ну ладно. Особая атака. Это я могу... О, двоих чуть-чуть задела. Нормально даже. Ой-ой-ой-ой, что ты делаешь? Что ты делаешь? Что такое? Не того опять. Ну вот... Бля! Где я? Дайте мне отойти, господи, ей-богу, ничего не вижу. Вот этого надо бить. Ой-ой-ой, больно. Больно как? Больно очень. Дурак. А слушай, кстати... А, подожди, подожди, подожди. Как... Я не помню, как это сделать. У меня же вроде была... Блин. Я не помню, ладно. Я хотела что-то сделать, но как-то у меня не получилось. Что-то со своими атаками, я имею в виду. Почему S? Все настолько плохо. Ай, дайте. Больно. Дайте особую атаку, пожалуйста. Нормально. Отстань. Да... Ёп! Чтоб ты всрался. Знаешь? Чтоб ты всрався. Вот так вот. Все? Не помню, кто-то еще есть или что происходит? Не, нету. Ай, да. Что-то... вот... Что-то как-то так. Ну, вроде ничего. Что пикнуло? Ой, мама! Да я же случайно. Случайно. Нужен план.
Как мне же получить пароль? Мы еще думаем. Думайте, быстрей, у нас мало времени. Ты бы вообще молчал, умник. Мисс Мята, не вводите мистера Чай в заблуждение, иначе он и правда сочтет себя умным. Да. Так, стоп. Мята, Корсика ведь у себя в кабинете. Может, запустишь трансляцию ее экрана, вдруг она введет пароль. А это мысль. Попробуй. Господи. Что такое? Я туда не пойду, я собираю ресурсы. Здесь. Я чувствую где-то секретную локацию. Хотите верьте, хотите нет, я чувствую. Только где? Это я беру. Это тоже. Мне вообще-то не сюда, по идее. Мне на второй этаж надо было, да? Да, о, смотри. Беру. Чё ты такой долгий? Все, все, собрали. Нужно почаще смотреть наверх, потому что тут всякие такие секретки находятся часто наверху зачем-то, почему-то. Ну и пофиг. Возможно, где-то здесь. А вот, смотри, что здесь. Опа, нашлась. А ведь мне даже не сюда. Да, мне не сюда. Хорошо. Тут что-то есть? Нет? Нету. Сюда, значит. Я же сказала, что здесь будет еще одна. Вот я как чувствовала. Там, а как сюда попасть? Ага. И здесь еще есть. А как туда попасть? Там с той стороны. Там дверь закрыта. А может быть туда позже? Хз. А может быть вот так. А, вот так. Вот сюда вот. Угу. Что за дверь? Опять странная дверь. Макарун, что скажешь? Интересно. Нестандартная какая-то модель. Я попробую разузнать, но открыть ее пока не получится. Ну, конечно. Ну, естественно. Странные двери. Сообщение на внутреннем форуме отдела. А вы тоже видите по всему комплексу какие-то странные двери? Я даже запросил НИО... Извините. Я даже запрос в НИО отправил. Интересно же, зачем они? Но их ответ был еще более расплывчатым, чем обычно. Интуиция подсказывает, что ничего хорошего за теми дверьми нет. Впрочем, невелика беда, я тут все равно не... Я туда все равно не собираюсь. Этот новый робот вечно орет, чтобы я не отлынивал. И сваливает на меня свою работу. Ты глянь на того чувака, устаревшая модель с производства прислали. Ничего не умеет, я для него прям гений. Но зато мне всегда есть чем заняться. А я люблю свою работу. Старые модели реально какие-то тормознутые. А вот мы новые работаем как часы. Хочешь, я тебя ударю, и ты не будешь работать как часы? Вряд ли он этого хочет. А сюда как попасть? Сюда. А, может, это... Не понимаю. Через двери, что ли? Не, это вот здесь. Это вот внизу, вот там вот. Вот тут. Да, это вот здесь. Я же говорила, нужно наверх смотреть. А как туда попасть? Хз. Я не вижу ничего. Не, ну, может, я, конечно, в глаза, как бы, влюблюсь, но я не вижу, я не знаю. Неприятная ситуация, но я реально не знаю. Что ж такое? Ну и пофиг, фиг с ним. Пошли сюда.
Можем что-то купить. Чипы покажи мне. Нет, стоп, не чипы, подожди, назад. Особые атаки? Нет, не особые атаки, предметы. У меня 37к. Я на что-то копила, по-моему. Возможно, на вот это, наверное. Я не знаю точно, на что, но на что-то я копила. А, тут еще у них атаки, кстати. Можно еще им что-то купить, чтобы они сильнее были. При ударе... Так, требуется один сегмент шкалы эхо. Нажмите и отпустите, чтобы применить. О, тяжело. Пофиг. Пофиг. Потом купим. Может быть. А может и нет. Что такое? Ну да, конечно. Вот так вот просто все бы еще и было. А? Ой, да иди ты. Где? Да не отойди. Да отойди. Серьезно, отвалите. Да не туда. Я хочу ударить эту штуку, они мне все мешают. Мне не мешают, понимаешь? Не могу я ее ударить. О, нормально. Вот эту летающую фигню убить. Бесит она меня. И вот эту вот тоже. Да. Какое-то достижение, ни шагу без меня ступить не можешь. Что ж такое? Что-то меня сегодня клинит прям жестко. Дай, ты. Нормально. Хочешь взломать комп начальницы охраны? И как успехи? Облом. Зря ты меня отвлекаешь. Теперь тебе точно хана. Да отстань, не надо, пожалуйста. Кто ты такой? Кто ты такой? Монстр. Монстр, монстряка. Убийца. Киллер. Ладно. Да и пофиг, в общем-то. Давай. Изи. Чел. Черт. Не надо? Я не нажала опять! Не нажала опять, это как так? Это как так надо ступить, а? Нормально. Ничего, ничего. О, даже эй. Оценка. О, хорошая оценка. Вау, неужели у меня бывают хорошие оценки? Мощно ты облажалась. Всем свойственно ошибаться, мистер Чай. Особенно вам. Трансляция запустилась, но ненадолго. Но Чай, послушай, она смотрела файлы спектра про управление разумом. У нее не было к ним доступа. Значит, она хочет узнать правду. Окей. Что ж. Во всяком случае, я надеюсь, что она все-таки будет знать. Конечно, конечно, ну конечно. Конечно, я не могу нормально. Вот так. Кстати, про оценки. Почему? Почему я вспомнила, как вы учились в школе? Да, это реально, я задаю вопрос. Мне просто интересно. Я класса до 9, наверное, училась хорошо. Ну, типа, я была полуотличницей, да, так сказать. А после 9 у меня произошел, я не знаю, переходной возраст, что ли. И я просто всю школу ебланила. Да. Именно так. Ну, типа, я... Не знаю, прогуливать начала, делать всякую дичь, не знаю зачем. Хотя не сказать, что это сильно мне помешало и как-то повлияло на мою дальнейшую жизнь. Ага, все как в тот раз. Ладно, дальше ты не пройдешь. Да, зачем? Пройду. Я пройду. А, тоже мне.
Думаешь сдаться, сообщи. Супер, зашибись. Откуда столько лазеров? Он в панике. Это я в панике. Что делать? Дай нам еще минутку. Ржу. Чел, ты реально в панике, чертяка. Ну ладно. Зато я не в панике. Я, например, норм. Ну, ой. Ой, больно будет это все. Ой, как это будет все. Сука, неприятно. А, я должна была прятаться? Ну, конечно. Я думала, перескочить его не получится, в общем. Вот что. Ой, но его не получится перескочить, поэтому я буду немножечко сейчас трендюлей получать от лазеров. Мать! Хорошо! Так, ты можешь, блин, прыгнуть? Я не пойму, в чем проблема. Жесть какая. Да ну ёпты! Что ж ты будешь делать? Вы меня че задрачиваете? Я что не пойму. Да вот этого бей. Дай ядрить тебя. Спасибо. А, все? Неожиданно. Неожиданно. Так, куда идти? Сюда идти. Лазеры еще будут? Может, обманем ее? Ну зачем так сразу? Сначала надо попробовать ее убедить. Что, и лазерем тоже убеждать, по-твоему? А, у меня хорошее предчувствие. Кажется, мистер Чай ваше хорошее предчувствие не разделяет. Мистер Чай, по-моему, вообще в шоке вместе со мной, кстати. Почему я должна этим заниматься? А почему? А вот сюда что? Что это за место? А, это просто типа лут. Ну ладно. Просто лут, так просто лут. Я заберу. Может тут учать. Письмо о бракованных энерготочках. Насчет бракованных энерготочек от Корсики. Мы обратили внимание, что среди энерготочек возрос процент брака. Такие энерготочки легко ломаются, поскольку система гравитации в них не работает. Я начинаю подозревать, что их делали с упором не на работоспособность, а на эффективный внешний вид. Я бы хотела, чтобы в нее разработали энерготочки более надежной конструкции. Пусть они выглядят попроще, зато работают как положено. Корсика. Умная. Умная девушка. Женщина. Мне она нравится. Что-то еще есть тут? Есть. Смотри-ка. Вздремнуть хочу, а эти никак не угомонятся. Вы в комнате отдыха. Хочешь, я тебе помогу с ними? Я могу помочь. Им будет не очень приятно, но я, по крайней мере, попробую. Вылазь давай отсюда. Вылазь, вы в комнате отдыха, говорю. Иди и отдыхай. Все, отдыхаешь. Остальные ушли? Свалили. Все, давай поговорим. Отдыхаешь? Ну, кажется, ему полегче. Ну, сюда, естественно, не пройду. Я не знаю. Почему? А как сюда пройти вообще? Хоть как-нибудь. Блин, ну как? Дайте пройти! Ладно, пофиг. Мне вроде как туда. Но вон там... А, вон там вот у нас штука с деньгами.
Спасибо. Ладно, спокойная. Спокойно. Алло, попади. Спасибо. Вот я не понимаю, почему с первого раза не прыгает. КЗ. Просим всех наших сотрудников набраться терпения. Перебои со светом продолжаются из-за нагрузки на лазеры. Я не хочу лазеры. Вообще не хочу лазера. You know? Ё-моё, куда ты улетела? Дайте мне мои все деньги. Хотя, с другой стороны, а нафига их вообще собираю? Я же их даже не трачу особо сильно. Хотя нет, мне не хватало, так что ладно. Куда мне? Я ж чё, не туда? Мне не сюда? А куда? А, мне не куда? Куда? Ой, дай, да дай! Во, граффити. Супер. А, так мне вот куда? Вот сюда. Давай скорее. Дай, пожалуйста. А, я даже и не поняла. Опять драка. Я не люблю вот этих вот... Да, он. А, блин, а время-то заканчивается, к сожалению, да? Чё ж, ну ладно. Пофиг. Алло. Особая атака. На кого мне ее использовать? Тут же уже врагов почти нет нормально. Вот на тебя. Ну, по приколу. Она все равно потом пропадет. Что, почему бы и да? Не очень хорошая оценка. Ну, Б. Ну, ладно. Пойдет. Опять лазер. Я не хочу. Да? А, блин, так я же должна была сейчас использовать. Ну, ой, все. Ну вот, теперь... Ну да, конечно, конечно. Ну же, не дайте ему уйти. В смысле, не дайте уйти грыбать. Что, гонишь? Что это за приколы? Серьезно? Что-то я застрял. Вот она, свобода. Я спасла его. Тут наверху по-любому что-то где-то будет, нет? Нет? Реально нет, вау. Четыре минуточки осталось. Подавленное состояние кнопок. Внимание роботов, Тех-78. Просим иметь в виду, что кнопки на этаже часто находятся в подавленном состоянии, из-за которого не могут выйти сами. Отремонтировать такие кнопки насильно не представляется возможным. Чтобы кнопка вернулась в нормальное, неподавленное состояние, ей требуется покой и эмоциональная поддержка. Просим вас относиться к подавленным кнопкам с пониманием, чтобы они пришли в норму как можно скорее. Извините, я, может, что-то не поняла, но я что-то не поняла. Электроточки почини, кофеварку почини, сколько можно. В натуре. Заканчивай с этим, бросай эту работу, она тебе не нужна.
Эта работа приносит только боль. Неприятности. Правильно? Верно. О, двигаемся. Давайте, наверное, на этом закончим. И в следующей серии продолжим. Спасибо вам, твинчата, за просмотры. Не забудьте подписаться на канал, на инстаграм, на твиче, так что ставьте лайки, оставляйте комментарии и кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.